Наконец, сновидения сделались его жизнью. И с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот. Он, можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне. Такое состояние расстроило его силы, и самым ужасным мучением было для него то, что, наконец, сон начал его оставлять вовсе. Он слышал, что есть средство восстановить сон. Для этого нужно принять только опиум. Он вспомнил про одного персиянина, содержавшего магазин шалей, который всегда почти, когда не встречал его, просил нарисовать ему красавицу. Он решился отправиться к нему, предполагая, что у него без сомнения есть этот опиум. Персиянин принял его, сидя на диване и поджавши под себе ноги. «На что тебе опиум?» Пискарев рассказал ему про свою бессонницу. «Хорошо, я дам тебе опиуму». Персиянин на минуту вышел и возвратился с баночкою, наполненную темной жидкостью, бережно отлил часть ее в другую баночку и дал Пискареву. С жадностью схватил он эту драгоценную баночку, которую не отдал бы за груду золота, и опрометью побежал домой. Пришедший домой, он отлил несколько капель в стакан с водою и, проглотив, завалился спать. Бросились к дверям, начали звать его, но никакого не было ответа. Наконец выломали дверь и нашли бездыханный труп его с перерезанным горлом. Гудок застал инженера Боброва за чаем. В последние дни Андрей Ильич особенно сильно страдал бессонницей. Вечером, ложась в постель с тяжелой головой и поминутно вздрагивая точно от внезапных толчков, он все-таки забывался довольно скоро беспокойным нервным сном, но просыпался задолго до света, совсем разбитый, обессиленный и раздраженный. Причиной этому, без сомнений, было нравственное и физическое переутомление, а также давняя привычка к подкожным впрыскиваниям морфия. Как многие нервные люди, он чувствовал себя очень нехорошо по утрам. Тело было слабо, в глазах ощущалась тупая боль, точно кто-то давил на них сильно снаружи. Во рту неприятный вкус. «Ради Бога, доктор, дайте мне морфия. Скорее морфия, или я сойду с ума. Я невыразимо страдаю». Гольдберг взял Андрея Ильича за руку, поспешно увел в другую комнату и, плотно прикрыв дверь, сказал: «Послушайте, я догадываюсь, что вас терзает. Поверьте, мне вас глубоко жаль, и я готов помочь вам, но... Голубушка моя!» В голосе доктора послышались слезы. «Милый мой Андрей Ильич, не можете ли вы перетерпеть как-нибудь? Вы только вспомните, скольких нам трудов стоило побороть эту поганую привычку. Беда, если я вам теперь сделаю инъекцию. Вы уже больше никогда, понимаете, никогда не отстанете». Бобров повалился на широкий клеенчатый диван лицом вниз и пробормотал сквозь стиснутые зубы, весь дрожа от озноба: «Все равно. Мне все равно, доктор. Я не могу больше выносить».
Доктор вздохнул, пожал плечами и вынул из аптечного шкафа футляр с провотцовским шприцем. Через 5 минут Бобров уже лежал на клеенчатом диване в глубоком сне. Сладкая улыбка играла на его бледном и исхудавшем за ночь лице. Доктор осторожно обмывал его голову.